два года прошли. Судьба Махаме совершил оборот, я снова в начале пути. Активно точил кулаки, развивал психотип. Но вы шанс впитых, мой стиль так и темный, глазах тебе выколеп. Я мотировал, ты дима. Два года снова прошли совпадения. Ворон успел потеряться во времени. Все под сомнением, будто в тени своей перегрелся, упал, очнулся лишь с гипсом на темени. В стиксе для МС, ведь я не уверен. И трохнул на берегу стиль свой, зарыл в эскапизме себя. И с ноября от радаров я скрылся. Антон был правдой сбитый летчик. Таков был план, не раскрывшись кончить. Целебат принял я публично. Трахал МС, не буду больше. Трахал МС и всех их бросил. Я партнер для них ненадежный. Вы мне тоже не верьте вовсе, ведь это не просто мой трек оружие. Чисто межэмсиональной розни. Буду бить им кости, ведь это мой личный стиль игры в покер. Каждому дом полбу, полную дому ёбка. Все хотят котлету, но её в животик надёжно спрячь. И если суки вдруг будут гавкать, сниму намордник, начну кусаться. Ведь я бешеный псих, бешеный сын. Ведь тебе вежливо попросил, веришь ли ты в вермишель? Ведь я буду жрать тебя, пережить, пир, мужик. Вот увидишь снич, по нотам мечешься. В тексте вечно стыд, стёртый начисто. На колени ссышь, макароны мастерсы в тебе не прости. C.O.M. для нас это легко, мои люди со мной. Хоть молчал почти год, но я свежий сорт. Вот бачка из Строкси, нет, так уж плохо, хоть я не Цой. Рано на пенсию после реформ, как Осман, обещаю еще один год. Граймовый хе, последний сезон, маховик крутанул новый оборот. Поделю призовые, если всем, кто разберет все мои панчи. В комментах таченые, ноль аннотаций, сейчас чистая матрица. Деконструкция сквозь воскрешение, мальчики. Ты мои песенки видел, наслаждайся, пока не врубил эту шнилу. Это сейчас я веселый, на финал ждите фанфик по Войне и миру. Ха-ха.